Здравствуйте! Это прогулки по засаду Преамурска имени Всеволода Петровича Сысова. Представляем вашему вниманию серию видеороликов, посвященных полосатым кошкам планеты, а точнее тиграм. Не забываем писать нам свои комментарии и ставить лайки. Тигр – хищный вид млекопитающих семейства кошачьи, один из четырех представителей рода пантера, который относится к подсемейству больших кошек. Слово «тигр» происходит от древнегреческого «игриус», который, в свою очередь, восходит к древнеперсидскому «тигре», что значит «быстрый», «острый». Среди представителей этого вида встречаются крупнейшие животные семейства кошачьих – амурские тигры. Тигры являются одним из крупнейших наземных хищников, уступая по массе лишь белому и бурому медведям. Зрачки у тигров круглые, в отличие от домашних кошек, у которых зрачки продолговатой формы. Такая форма зрачков тигров объясняется тем, что они являются сумеречными животными, то есть охотятся в сумерках, утром и вечером, в отличие от домашних кошек, которые являются преимущественно ночными охотниками. Несмотря на то, что тигры не особо приспособлены к темноте, ночью они видят луч людей примерно в 6 раз. Глаза большинства тигров желтые. Исключением является белый тигр, глаза которого обычно голубые. В связи с тем, что ген голубого цвета глаз связан с геном белого цвета шерсти, ген косоглазия также связан с этими генами. Поэтому зачастую белые тигры косят. Рычание тигра зачастую используется для общения с другими тиграми, нежели для устрашения других животных. Тигры не рычат перед своими атаками, звуки, издаваемые тиграми в этих случаях, больше похожи на фырканье или шипение. Когда группе тигров удается убить свою добычу, самцы чаще всего сначала представляют поесть самкам или детенышам, в отличие от львов, у которых самцы едят первыми. Тигры редко дерутся за еду, предпочитая ждать своей очереди. Полосы каждого тигра уникальны, как и отпечатки пальцев у людей. Узор на лбах тигров очень похож на китайский символ, означающий король, за что тигры получили королевский статус в культуре китайцев. Узор на шерсти тигров повторяется и на их коже, как и у домашних кошек, так что даже побритый тигр был бы полосат. Тигры – отличные пловцы. В отличие от большинства других больших кошек, им нравится купаться, и их молодняк часто играет в воде. В взрослом состоянии тигры часто проплывают несколько километров во время охоты или при пересечении рек. Тигры – самые большие из представителей семейства кошачьих, но также сильно отличаются размерами и внутри вида. Самым большим являются амурские или уссурийские тигры. Их размеры могут достигать 3,5 метров в длину и весить более 300 килограммов. Самыми маленькими тиграми являются представители подвида суматранских тигров, длиной в 2 метра, весом 100 кг. Тигрицы могут забеременеть только в 4-5 дней в году. Беременность продолжается немногим более 3 месяцев, и в одном помете обычно 2 или 3 тигренка. Тигрята полностью слепы в течение первой недели от своего рождения. Половина из них не доживает до взрослого возраста.
Тигры предпочитают нападать на большую добычу из засады. И если человек смотрит на тигра, скорее всего, тот не станет нападать, так как он потерял элемент неожиданности. Жители некоторой местности в Индии традиционно носят маску на затылке, для того, чтобы тигры не нападали на них сзади. Тигры не расценивают людей как добычу, но могут напасть, если почувствуют угрозу. Большинство случаев преднамеренной охоты на людей объясняется отсутствием обычной добычи у тигров, потерявших свою привычную среду обитания. Тигры не умеют мурлыкать, свое удовольствие не показывают, щурясь или закрывая глаза. Этот способ выражения чувств объясняется тем, что потеря зрения уменьшает их защиту, и тигры, как и многие другие кошки, специально закрывают глаза, только когда чувствуют себя достаточно защищенными. Тигры могут развивать скорость 60 км в час при беге на короткие дистанции. Прыжки могут достигать 6 метров в длину и 5 метров в высоту. Только одна из 10 охот тигра заканчивается успехом, поэтому они могут держаться без еды несколько дней, а потом съесть более 30 килограммов мяса. Несмотря на то, что тигры могут выдерживать голод в течение нескольких дней, из-за своих больших размеров умирают от голодания они быстрее, чем другие животные. Тигр, скорее всего, умрет от голода в течение 2-3 недель, в то время как человек может продержаться без еды 30-40 дней. Были зафиксированы случаи, когда тигры имитировали звуки, издаваемые другими животными, для того, чтобы привлечь добычу. Медведи – часть диеты многих тигров по причине пересекающихся ареалов обитания. Чаще всего тигры убивают свою добычу при помощи удушья, либо потери крови. При нападении они пытаются охватить шею животного, если им удается порвать крупную артерию, добыча умирает в течение нескольких секунд. В противном случае тигр виснет на шее, пока жертва не умирает от удушья. Хотя тигры предпочитают убивать при помощи своих 10-сантиметровых клыков, иногда они используют и лапы. Один удар такой лапой достаточно силен, чтобы проломить череп медведя или сломать его позвоночник. Тигры могут прокусить кость с помощью своих зубов и челюстей. Они могут прокусить шейные позвонки добычи, просто сомкнув челюсти. Слюна тигров – природный антисептик. Они используют ее для дезинфекции своих ран. Верхняя часть языка тигра покрыта множеством щетинок, так что во время того, когда они облизывают себя, они не только моются, но и расчесывают свою шерсть. В отличие от многих других животных, при питье тигры не загребают воду языком, как ковшом. Вместо этого они подбрасывают воду языком, а потом просто закрывают рот. Из 9 подвидов тигров на данный момент в живых осталось 6. Амурский тигр, бенгальский тигр, индокитайский тигр, малайский тигр, суматранский тигр и китайский тигр. На этом пока все. В следующий раз мы расскажем вам об амурском тигре, самом большом из тигров. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.